Новости на пятом, мы продолжаем. Ученым спустя несколько месяцев всевозможных исследований удалось разгадать, наконец, тайну врат ада. Именно так оленеводы на Ямале назвали вертикальный тоннель, идущий прямо из вечной мерзлоты. Что это? След от метеорита? Последствия испытаний нового оружия? Или, может, послание от инопланетян? Глубокая яма появилась в одночасье. Изучение этого явления, вероятно, поможет объяснить тайну Бермудского треугольника, где регулярно пропадают корабли и самолеты. Алексей Гамзов о нерукотворном чуде. Идеально круглая дыра в поверхности планеты. Диаметр 60 метров, глубина до сих пор точно неизвестна. Загадочный объект появился в одночасье. Первое видео сняли ямальские оленеводы на мобильный телефон. Ученые, едва увидев запись, поняли, событие уникальное. Срочно снарядили экспедицию, и реальность превзошла ожидания. Не верится. Мне кажется, вот отсюда, что глубина, ну, метров 60. В сравнении с шириной кратера хотя бы. Можно сравнить с тем, когда я первый раз увидел карьер «Мир» в Мирном. То есть это очень большой объект, но там это сделано руками человека, это делали очень длительное время. А здесь природа, и впечатления очень большие. Взрыв атомной бомбы, падение метеорита, следы инопланетян и даже открывшиеся врата ада. Какие только версии не звучали. Несколько месяцев ученые скрупулезно исследовали состав почвы, воды и воздуха, радиационный фон и десятки других параметров. И нашли ответ. Виноваты гигантские залежи газогидрата в вечной мерзлоте. Газогидрат — это такое вещество, которое хранит метан в твердом состоянии. Но когда по каким-то причинам изменяются ПТ-условия, давление, температура, он выделяется в очень большом объеме. И объем газа, который получается из кусочка льда газогидратного, превышает этот объем в 150 раз. Это такой просто пневмовыхлоп, это как будто пробка от шампанского вылетела. Куски грунта раскидало на десятки метров. Вокруг кратера насыпь. Минералы, однако, не оплавились. Значит, высокотемпературного взрыва не было. Все это указывает на правоту ученых. Лето на Ямале выдалось жарким. Навстречу атмосферному теплу снизу из тектонического разлома поднялась горячая магма. Метановый лед, разогретый с двух сторон, растаял и рванул. Исследователи также полагают, что схожий процесс может происходить и в Бермудском треугольнике. По мнению сибирских ученых, Бермудский треугольник работает так. Огромные массы метана врываются в толщу моря, и насыщенная газом вода буквально закипает. Вот как этот чайник плотностью, соответственно, резко падает, и корабли проваливаются в бездну, даже не успев подать сигнал бедствия. Чистая наука, никакой мистики. Через несколько лет кратер заполнится водой. В тундре много круглых озер. Не исключено, говорят геофизики, что они возникли от таких же пневмохлопков. На Ямал ученые хотят вернуться зимой. Скованный морозом, провал и водоем на его дне легче и безопаснее изучать. Результатом исследований станут рекомендации газовикам. Строить буровые вышки и трубопроводы подальше от тектонических разломов. Иначе можно в буквальном смысле провалиться сквозь землю. Советы не праздные. Всего в 30 километрах от кратера крупнейшая Баванинская месторождение. Алексей Гамзов, Максим Путинцев, Сергей Донцов и Максим Безбородов, Пятый канал, Новосибирск.